Золото в рывке и бронзу в сумме двоеборья завоевал туркменский штангист Бунят Рашидов на проходящем в Дохе квалификационном олимпийском турнире Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики. Этого успеха 23-летний Рашидов добился в весовой категории до 67 кг, в которой было заявлено 14 спортсменов. Спортсмен показал результат 298 кг, рывок 141, толчок 157. В итоге туркменский штангист отстал на 2 килограмма от чемпиона Европы 2022 года Ивана Димова, Болгария, и на 19 от серебряного призера 19-летних азиатских игр в Ханчжоу Вон Джури. Туркменистан на данном турнире представляет 13 тяжелоатлетов, 9 мужчин и 4 женщины. Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики в Дохе завершится 14 декабря.